Приветствую вас на канале Крысяки-попсяки. Сегодня хочу рассказать вам про одну интересную книгу. Пока Казя, Татоша и Емеля будут пробовать вкусняшечки, которые я им... Ну и куда же вы все разбежались? Как я вас буду снимать? Как я вас буду показывать, что вы делаете, что вам понравилось, что нет? Казя? А Татоша и Емеля здесь еще не были, они, вернее, были еще давно-давно, когда совсем маленькие были, поэтому боятся. Ну что, вкусняшки? Вкусняшку только взял Казя один, а малышам не до вкусняшечек. Страшноватенько немножко, да? Страшновато капельку. Капельку страшненько, да? Даже есть ничего не хочется. Знаю, что у нас аудитория разная, и дети нас смотрят, и взрослые, у кого-то есть дети, у кого-то внуки. Вот хочу рассказать про такую интересную книгу. Мы сейчас с моими учениками затеяли выставку по ней. Дети будут слушать сказку, а потом рисовать рисуночки. Я эту сказку прочитала и выложила на Ютубе на канале моей дочери. Там я озвучила за котика Басика, говорила, и сказку прочитала. Мне самой она очень понравилась, когда-то ее дочке читала, и сейчас там про доброту, такое вот бескорыстие, кто вот хочет чему-то детей хорошему научить. Вот само то. Здесь, видите, все иллюстрации выполнены детьми. Очень такая ценная книга, я бы сказала. Сама читала и прям вдохновилась. Раза четыре, наверное, ее читала. Сначала дочери, а потом вот озвучила ее для широкой аудитории. Я оставлю ссылку в описании. Можете послушать, кому это интересно. Дети, если смотрят нас, или кто-то своим детям, или внукам. Ну, потом покажу вам, какие у нас рисуночки с ребятами получатся. Ну, вот я так и предполагала, что Емеля и Татоша ничего даже есть не будут, потому что им будет страшно в новой обстановке. Сегодня, когда вот это вот все раскладывала, так грустно стало. Это впервые первое видео после того, как Савочка заболел, такое, как у нас всегда было с Казей и Савой. Когда я что-то им приготовлю такое, а они потом как-то реагируют на это или никак не реагируют. Прям аж так защемило. Савочка наш болеет. Вот сегодня ходила в ветеринарную клинику, постригли ему зубки, потому что очень большие, потому что он не стачивает их ни обо что. Так ему нужно грызть, чтобы стачивать зубки. Тут они уже отросли. Но мне нравится доктор. Она такая... Ну, видно, что очень-очень любит животных и одновременно с холодной головой как-то ко всему подходит. И говорит, ну что ты, бивни такие отрастил. Так... И с такой любовью к нему, такой вот, ну, как-то и с позитивом, и что-то шутит, улыбается. Ну, так жизнь устроена, что каждый, кто родился, тот умрет, кто умер, тот родится снова. Поэтому говорят, что мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Ну, все равно, конечно же, чувствам очень трудно с ними, с этими чувствами совладать. Когда видишь чьи-то страдания, то очень, тоже очень больно, переживаешь за кого-то. Посмотрела, как Савочки там бивни постригли, значительно короче они стали, а то уже врезались в десну. Главное, что я смотрела буквально дня два назад, все было хорошо, зубы как зубы, а тут бам! Как будто бы они за ночь выросли.
как грибы после дождя. Ну что, Казя, ты один за троих уплетаешь, да? Казя. А Емеля с Татошей вот боятся. Куда-то хотят идти. Ну куда же вы пойдете? Ну и куда же вы? Ну куда же вы? Идите вот погрызите что-нибудь. Смотрите, сколько у Кази вкусного. Ну. Вчера имела неосторожность, оставила в клетке початок от кукурузы. Он уже даже обгрызенный был, все съели, вроде бы пустой. Так они целую ночь носили с этажа на этаж, так грохотали. Ой, уже думала, сейчас не поленюсь, встану, уберу. Ну, так и ладно. Так и отбегали с этим початком. Носились. Что они делали? Не знаю. То ли делили его, то ли что. Ну, Татошенька, ну неужели не попробуешь даже ничего? Нет. Видите, в стрессе и кушать не хочется. Татоша у нас такой волчок. А Емелька зайчонок. Так что вот, если интересно, книжечка. Кто хочет о доброте, о бескорыстии, о благочестии, чему-то хорошему детей научить. Или сам даже хочет чему-то интересному вдохновиться, такому хорошему. Оставлю ссылочку. До встречи в следующем видео. Ну куда вы все на меня лезете? Господи, как по мосту. Ну идем. Все, Емелька, говори всем пока-пока. Говори всем пока-пока. Ой, вы и трусишки. Зайчишки-трусишки. Ну, а потом, когда мы нарисуем выставку с ребятами, я вам тоже обязательно покажу, что у нас получилось.